Крымском федеральном университете стартовала школа студсовета «Новое поколение». Главная задача проекта – поддержка и рост лидеров студенческого самоуправления. Программа состоит из двух частей – основы работы в коллективе и мастер-классы по интересам. 100 участников поделят на 4 команды для работы над частями воркбука. На панельной дискуссии присутствовали студенты из Херсонской области. Будут присутствовать представители, в том числе медицинского колледжа Геническая Херсонская область. Посмотрят, увидят, какие события происходят в Крымском молодежном движении, в студенчестве. И надеюсь, что и херсонские жители также примут решение о том, чтобы обучаться в Федеральном университете Крымском.